Раннее утро, Фомка Язлик веселье. Все малыши выскочили. Крутится кто-то в колесиках, кто-то в песочнице. Кто-то кушает остатки от пюрешки детской Хайнц. Все носятся и веселятся. Кто-то грызет зернышки. Сейчас наблюдала, что наконец-то стали бегать даже в диске в моем доме, который, я думала, вообще никому не интересен. По двое, по трое забираются в полежка вот это. Сегодня малышне исполнилось 25 дней. Стояло у меня здесь железное огромное колесо. Я его все-таки решила убрать, переставила его персюшки, толстушки. Слишком она у нас растолстела. Пусть она у меня носится. Вернула диск. И, о чудо, кто-то стал на нем вообще бегать, на этом диске. Так что здесь веселье в полный рост, кто чем занят. Вся малышня в сборе, все носятся и веселятся. Чтобы все попали в кадр тяжело, потому что слишком огромная территория. Ее как-то так само не обхватить. Пытаюсь тут подсвечивать лампой. Вот такие очаровательные хвостики у нас маленькие, прямаленькие. О, давай, покажи, как ты крутишься. Опа! К сожалению, я кручусь. Ура! Никогда не видела, чтобы такими колесами кто-то пользовался. А тут у малышни столько энергии, что даже такое колесо не сошло. Вот что вытворяют. И сверху, и вниз. И ничего не боятся. Какая прелесть, как интересно за ними наблюдать. Покажи, да, вот такие удивительные чудеса. Хоть кто-то пользуется этим, на мой взгляд, бесполезным диском. Был такой у меня диск, немножко такой формы у мышей у моих декоративных. Никто его не любил. Так он у меня без дела валялся. Ну, хоть малышня меня обрадовала. Ура-ура. А так я думала, он кочевал этот диск из ясли сада. Купила специально малышам. Думала, что он такой безопасный, чтобы малыши с него упасть не смогут. Но на него вообще никто никакого внимания не обращал. И, о чудо, ну это наше неизменное любимое колесико. Давай, малыш, порадуй маму. Рыжий мандаринчик. И барундушка там сидит с жемчужным хомячком. Вот скажи, насколько, и все мы бегаем, такие веселые малыши. Скоро ребятки разъедутся по новым домам, где их ждут любящие хозяева. И нам нечего будет такого интересного, веселого снимать. Опа-опа, бедный ребенок. Ну вот что, выкатился с колесика. Да, безобразие сказать. Два мандаринчика в колесике. Пошли, Танюшка. Уже здесь
Убежал малыш. Тот тоннельчик вышел уже из этого. Какие вы скоростные, ребята. Да, скажу, потому что мы тренируемся в колесике бегаем. И доедаем пирожку Хайнс. Это на ужин я им предлагала. Без соли, без сахара пирожку Хайнс детскую. Для малышей там до 4 месяцев. Там вода и кабачок, больше ничего. Я такую пирожку даю улиткам своим африканским, ахатинским. Знаю, что она совершенно безопасная, поэтому я не побоялась дать их мычкам. Закопался прямо между мисочкой и тоннельчиком. Вот так вот скажу. И снизу буду кушать тоннель. Вот что только не придумал, конечно. А теперь лежа на боку он будет красивый. Совершенно очаровательные создания. Такие потешные, так интересно за ними наблюдать. Матильда опять в колесо заскрипела. О, барандошка проснулась. Ушки навострил. За ним рыжик. Я этот рыжик уже не знаю, какую позу принять, чтобы этот тоннельчик съесть. Так придумал. Закопался наполовину в опилке и снизу подгрызает тоннельчик. Что, ребята, забыли, где вход в колесико, с другой стороны подходите. А, да пусть ребята веселятся. Кто не подписан на канал питомника Мари Мистик, приглашаем вас подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео про наших питомцев. Кто уже подписан, до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Завтра будем снимать новые видео про щеночков чихуахуа. Рыжик купается, накопали туда опять целую кучу опилок. Ай-яй-яй. Бессовестные малыши. Чищу им этот манежик, они опять туда опилок накинули. Так. А мы уже сидим попой в пюрешке, грызем тоннельчик. Давай мы тебе его перевернем. Тут вот, наверное, что-то повкуснее. Вот, тут зернышки есть. Чтоб совсем не пачкался ребенок. Бурундучок чего вытворяет, а? Ага, мои гирлянды. Вот уж нет. Дружок-пирожок. Вот так вот. Хорошо, что заметила. Сейчас будем снимать эти украшения новогодние. Остаетесь вы без украшений. Не надо мне тут подгрызание гирлянды. Хотели мы вам украсить клеточку к Новому году. Но оказалось, не так это все безопасно. Вот чего вы вытворяете. Подросли и хулиганят.
На этом видео заканчиваем. Пойдем снимать украшения, чтобы не закончилась печалька. Печалькой, чтобы не закончилась наша красота. Вот такие. Как все дети любят похулиганить. Кто покрасить, кто полазить. Но при этом совершенно очаровательные создания. Интересно малышу, что это такое за камера тут. Я отодвигаю, он приближается. Все, на зуб надо попробовать правильно. Коробочку свою тоже. Повернула с другой стороны этот тоннельчик. Здесь больше семечек, с той стороны уже отгрызли. Он стал кушать малыш. Заканчиваем на этом прекрасном моменте это видео. И идем снимать гирлянду. До новых встреч на канале питомника Мария Мистика.